Как выйти замуж? Нам очень часто задают данный вопрос. И ситуации бывают разные. Бывает, к примеру, такое, то, что женщине банально не хватает ее женской силы для того, чтобы она смогла дотянуть эти энергии и услышать эти заветные слова. «Выходи за меня замуж». Мы в Центре парапсихологии Алены Полынь хотим вам помочь, чтобы вы смогли в течение года услышать эти заветные слова. И ваш любимый, чтобы вам и сказал: «Выходи за меня замуж». 23 декабря у нас состоится уникальное обрядовое действие, которое позволит вам в течение года выйти замуж. В чем же его уникальность? Уникальность в том, что сейчас мы подошли к очень интересной точке, где колесо года делает ход для того, чтобы вы смогли выйти замуж. И 23 число подобрано тоже не просто так. Мы сможем с вами притянуть нужные для вас энергии. Мы составим определенный колдовской волшебный букет невесты, который будет к вам притягивать все эти энергии благие для того, чтобы вы смогли выйти замуж. Нам с вами для обряда понадобятся цветы живые. Они могут быть разные, как у вас пойдет рука. Краски яркие, красные свечи, плотный картон, канцелярский клей, стаканчик с водой. И для канцелярского клея также возьмите кисточку. В моем случае у меня здесь именно канцелярский клей идет с дозатором. И мы с вами проведем определенное таинство, которая и позволит вам услышать эти заветные слова. «Выходи за меня замуж». Успейте записаться. У вас еще осталось немного времени на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И чтобы вы смогли выйти замуж.